Так. Что же подарить Федору на день рождения? Прям вообще никаких идей нет. На годик вроде бы так легко. Пойду-ка я в магазин, что-нибудь ему присмотрю. А вы, ребята, пишите в комментариях, что же подарить Федору? То у меня вообще идей нету. Зайду в экватор, там есть фантастик, планета детства, иду посмотрю. Может, ему лопату купить, снег расчищать? Смотрите, какая махина. Может, такую купить ему? Может, ему такую мозаику купить? Смотрите, какая логическая игра. Еще и прайс. Смотрите, какая классная игрушечка с водичкой. Ладно. Потом себе такую куплю. Смотрите, какой робот. Купи Федору меня. Нет, меня. Вы некрасивые, меня. Сколько всего интересного. Я прям как маленькая в этом магазине. Так. О, у меня есть идея. Такую деревянную штучку и туда вставлять картинки. Пошлите посмотрим. Вот как раз и они. Ребята, смотрите. Есть африканские животные, а есть ферма. Что лучше? Смотрите, какие интересные штучки. Тут магнитиком нужно снимать вот этих рыбок. Вот пазлы. Такие. Что, мне купить мяч? Ребята, я зашла в такой магазин. Смотрите, что я нашла. Такие классные фруктики. Я возьму ему такое. Все, подарок у меня. Только теперь осталось дождаться завтра и поздравить Федора. Надеюсь, ему понравится. Игрушка куплена, мороженое почти съедено. Теперь осталось ее припрятать и дождаться завтра. Ждите. Ну что, мой дорогой братик, ты уже очень большой. И я купила тебе на день рождения подарочек. Смотри, какой классный. Сейчас я тебя научу в него играть. Бух! Смотри. Смотри, видишь? Арбузик. Арбузик. Куда его? Сюда и сюда. Куда? Наверное, сюда, да? Получилось! Теперь бананчики. Туда. Сюда. Или сюда. Умничка, сюда. Смотри, ананасик. Куда? Сюда. Или сюда. Куда ананасик? Сюда? Правильно. Смотри, яблочко. Вкусненькое. Куда? Сюда. Или сюда? Сюда? Правильно. Наверное, сюда. Так. Влезла! Смотри. Виноград. Куда виноград? Нет, тут арбузик. Сюда виноград. Да? Смотри, влезла. Вишенку сюда, поставь, апельсинчик сюда, а клубничку сюда. Мой пупсик, то есть ты большой, здоровенький, умненький, красивенький. С днем рождения. Вы были на канале Эмбер М. Ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал и нажимайте колокольчик. Инстаграм уже тут. Всем пока-пока!